Ребята, всем привет! Вечер. Мы пошли прогуляться по набережной. Днем мы ходили, утром ходили на море, загорали, купались. Пришли с обеда, а там шторм. Вот такая нас сегодня беда настигла. Но ничего, мы пошли домой, переоделись, помылись и вперед гулять на набережную. Вот такое море вечером. Наверное, завтра нельзя будет купаться. Что-то оно у нас разбушевалось после обеда. Волны аж захлёстывают. Лежаки убрали. Все взбаламутилось. Грязное, страшное. Ну вот, мы вышли на набережную. Кругом ларёчки, ресторанчики, кафешки. Ну ладно, всё, пока. Музыка. Кафешка «Райский уголок». Ресторанчики пошли. Вот такая вкусняшка. Нужно взять за хвостик и загадать желание. Настя, загадывай. Загадай маме на мэрин. Мама, ты на мэрин попала. Есть контакт? Караоке. Кто споет на 94 балла, тот получит бутылку шампанского в подарок. Настроение дурацкое. На обратном пути домой зайдем сейчас и возьмем водичку лечебную, минеральную. Вот здесь вот она. Кювет. Мы за водой.
Наливаю воду. Вода бесплатна. Водичка от всех болезней. У меня на 75. А вот магнолия. Сейчас поищем цветочки. По-моему, она уже отцвела. Есть шишки, которые отцвели, а есть еще только-только бутоны. Ну-ка. Где-то я здесь видела. Вот эти отцвели уже. А, вот она отцвела. А где-то были еще. А вот они, шишечки, еще не распустились. Вот, посмотри. Вот. Ну, это, а это вот уже отцвела. А распустившихся что-то не видно. Вот там вот бассейн платный с морской водой. Мы туда в прошлом году ходили, когда не было погоды. Вода была холодная на море. Настя, посмотри.